Сегодня горсовет Харькова пытались штурмом взять более 200 боевиков, предположительно из состава полка «Азов». Люди, одетые в камуфляжную форму, пришли к зданию с закрытыми лицами в балаклавах. В это время шло заседание харьковских депутатов, где обсуждали события, которые произошли буквально часом раньше. Неизвестные также в камуфляже и около 100 человек пытались прорваться в дом представителя от оппозиционного блока Михаила Добкина. Бросали дымовые шашки и пытались выбить ворота. Геннадий Кернес, городской глава Харькова, сообщил о случившемся и призвал вмешаться в милицию. В заседании был объявлен перерыв. После этого как раз и стали появляться недовольные уже в здании администрации. Вступив в перепалку с охраной, несколько человек все же пробились в приемную, однако вскоре оттуда удалились на прощание, распылив на первом этаже газовый баллончик.